Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бом, продолжаем играть самые классные карты Warcraft 3 Forged. На голос находится Акакий Канекен. Всем привет. Привет, привет. Играем мы в карту... Человек, вот. Survival, что-то... Ну, ссылочка на карту будет в описании. In Locations Beta 1. Survival in Locations Beta 1. Да. Так, помните, залагал валик, я думал, все поминки. Иван Славич, а мы типа, все, и не союзники. Я так понимаю, это выживалочка одна, очень прикольная, очень классная. Вот, надо построить костер. Что-то построить ящик. Защит мест ночи немного ускоряет регенерацию врагов. Первая стадия катапульты. Построить мастерскую. Здесь можно объединить некоторые предметы. Здесь можно складировать ресурсы, предмет не очень прочно вмещается от трех предметов. Построить полосу с вашим жилищем, может спрятаться внутри, сюда складируются ресурсы. Вот что нам нужно, палаточка. Так, кристаллик, используется валюты, но в качестве укрепления для построек неплохо подходит. Две единицы кристаллов, так, они нам нужны. Кристаллики, камушек. О, ничего себе, короче, камушки. Я могу на время превращаться в футмена, но я взял человека, типа. Могу сейчас типа, у пехотинца, и пехотинец прям нормально так нарезает. Я взял тролля. Мне это нравится. Я сегодня такой тролляра. Крипы 10 хп, я понял. Ребят, на нас ночью будут нападать всякие разные страшные существа. Сделай. Вот. Поэтому как-то пока надо готовиться к ночи. Наша задача прожить 10 ночей. Вижу булыжник, бью булыжник. Для палатки надо 10 золота и 15 дерева. Это 10 кристалликов, 15 дерева. Мне кажется, мы враги. Кажется, сам по себе должны выживать. Либо можем... Локации, совет, совет... Нет, тут нет ничего про команду, к сожалению. Часть команды. Держи хочу. Так, где-то появился клад, найдите его, пока это не сделали другие. Да, мы по отдельности играем. Все-таки. Можно вообще потенциально, конечно, встретить в одном месте, строиться недалеко друг от друга, просто не атаковать друга? Ну, чисто теоретически. Но у нас есть токсики. А, ну да, так это тяжело будет, я лачу. Нахрен, да? Кого убить? Так. Так, крабики тут, крабики. Мы танцуем крабика. А куда оно попало? Хочешь топор? Вопрос. Мне это нравится. Оно. Ну, оно. Оно самое. Наши войска атакованы. Опа. Короче, ребят, по моему нику, Канекен, понятно, что типа я Канекен. И я кто? Гуль. Руина. Гуль. Значит, вурдалак. Логично. Ты до сих пор выбирал персонажа? А? Ты до сих пор выбирал персонажа? Да. А, смотри, пришел Крис, пришел. Оп, представь, мои, кстати. Тебя вон враг. А ты Крисюк. Доски, забираем. Знаешь, я уж свою ящерицу убью. Не убьешь мою ящерицу. Не угадал. Ну а что ты пробежал Крис? Я точно сражался ради этого ящика, а ты пришел Крис. С кем ты сражался? Тут вообще страж стоял изначально, 20 клетика. Я первый туда прибежал, ничего не знаю. Куда ты прибежал, что ты рассказываешь тут? Я пришел фармиться, отстань, не мешай мне. Ну, я опять пришел покрыть, пытался, ничего не получилось. В джунглях небезопасно, первая ночь уже. Звучит как план. Так. А чё, мне как? А курьера-то не похилить? Да? Ну, как-то да, оказывается. Так, мне нужны палочки. Мне нужны палочки. Веточки. Угу. Ссылочка на карту, напоминаю, будет в описании. Не забудьте оставить свой королевский комментарий. Купился склад. Да ты запарил опять шальклад? Нет, просто я вижу черепашек просто. Отстань, что ты мешаешь, хочешь?
Зачем ты мне нужен? Ты знаешь меня нервничать. Я хочу только обожать на вилку и драться. Хочешь топор? Прожимай свою вилку. Человек, человек лечит себя или союзника, выполняя 15... Я только не человек, ну да ладно, я тролль. О, стой, стой, Алекс, откуда ты пришел, Зачем? Тут торговец ходит. И чё, ты меня убьешь? Не, реально торговец ходит, они будут трогать не сыты. Ты врёшь. Я шутил, нет. Вот, печатал червя, может, он не покажется вкусным, но так... Где? Вот, ты сейчас увидел, иди ко мне, ты только что курьером ходил рядом. Ну. У меня просто вот обзор, о, обзор появился. Кто торговец? Знаешь, я желаю сейчас, вот, торговец слева. Да я не вижу, у меня обзор исчезает, тут карта сломана с обзором. Ну, по-моему, подойди. Нет, карта нормальная, специально ты сделал, чтобы я отдельно не ходил от тебя. Кровь паука, а сейчас я вижу все хорошо. Кристаллик. Не, героем ты видишь нормально, по идее. Можно. Не, этим я, короче, подхожу к торговцу и все хорошо вижу. Вот. Так, вообще я хотел палатку поставить где-нибудь вот тут. А если бы я забыл, что он сидит там на тело дух, то поставить палатку. Так. Не вспомнил, что я делал, я шуду искал. Да. Олег, ты не видел труду? Так. Видел где-нибудь труду, рассказывай. Небольшие доски. Нет. Он такой камень большой. Хвост червя. Нет. Жаль. У него количество всяких штук есть. А, уже нашел. Уже нашел, до этого не видел, но теперь нашел. Вьюн, я нашел вьюн какой-то, я испугался. Ну и целую кучу целей появился за роем, думаю, ничего себе, может, получил. Который причиняет своему хозяину. Ты червя призывал? Нет. Да. Но ты его подобрал. Я не стану покупать там. Не-не, ты же ящик открыл. Какой ящик? Ну этот, бокс. Ты про клад или что? Да. Не понял. Ну. Ты ломаешь клад, возьмешь остальные скелеты, потом ты ломаешь, и у него валится еще скелетик один выбился. Так, у меня проблемы. У меня проблемы. Ламба или пера? Нет, я сейчас умру. Серьезно? Я умер. Видите, его вещи, они ему больше не понравятся, наверное. А наверное, значит, он в теории монтиарист с пинтопсом, наверное. Да. Но это очень вот долго. Уверен. Курьера убьют, курьера съели. Не, сейчас и могильную дощечку убьют, и все. Боже. Конец. Охренеть, на карте есть вьюн, короче, растение. За каждое сломанное растение, знаешь, что я получаю? Ну, сейчас смотри, за одно сломанное растение я получил, например, 34 голды. Еще одно, 31 голды, еще одно. Я, все, поехали, РМК. Уже 300 голды.